Комфортное, безопасное, оборудованное пространство для занятий физической культурой появится у учащихся 12-й школы. Работы по реконструкции стадиона уже начались. К первому этапу приступила компания «Монолит-сервис». В этом году планируется только вырубка кустарника, а также планировка поверхности для будущих плоскостных сооружений. Второй этап работ начнется уже в теплый период времени. Все работы по реконструкции и капитальному ремонту планируется завершить к началу нового учебного года. В ближайшем будущем надеемся увидеть на нашем стадионе волейбольную и баскетбольную площадку, футбольное поле, беговые дорожки, малые архитектурные формы, которые помогут ребятам в накачивании мышц. Также стадион планирует оснастить системой освещения и видеонаблюдения. Это не первый объект, который реконструируют по программе обновления школьных стадионов. В прошлом году завершили работы на стадионе 7-й школы. Ранее под действие программы попал стадион 16-й школы. Сейчас спорт – это норма жизни. Здоровый человек, сильный человек – это счастливый человек. Я думаю, наши дети обязательно будут счастливыми, потому что у них будет такой красивый, новый, современный стадион.